Руководство предприятия просит работников Ависмы и их семьи не переживать. Компания, несмотря на трудности в экономике и санкции, планирует переориентироваться с США на другие страны. Директор корпорации Дмитрий Осипов заявил, что технологические разработки компании будут востребованы на других рынках. Сфера применения «Титана» достаточно широка, от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Продолжу приятной новостью, которую озвучил накануне в Международный женский день президент Владимир Путин. Он объявил о новых выплатах для семей с низким доходом, в которых есть дети от 8 до 16 лет. Мера начнет действовать с 1 апреля. Первые выплаты российские семьи получат уже в мае. И еще одна воодушевляющая новость. В России подписан закон о кредитных каникулах. Он направлен на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. То есть заемщик, который может выступать физическое лицо, а также субъект малого или среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита. Речь идет о заемщиках, заключивших договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу.